Всем привет, дорогие друзья, с вами Милтон, и добро пожаловать на новенькую серию по новым горизонтам Грейк Теха. Спасибо всем, кто не поленился, поставил большой палец вверх под прошлой серией. Надеюсь, не поленитесь и под этой поставите. А в этой серии будем с вами апдейт делать многоблочного ассембли лайна. Вот этих блоков нам нужно будет сделать апдейт. Делается из одного, кстати, кейсинга такого, сразу по 4. Это хорошо, меньше крафтов будет. Создается через какой-то адамантиум алой, добавляем. Через... Ё-моё, фиг вы говоришь, это... Тоже надо добавить, кстати, он создает... Давайте сразу смотреть, как создается. В EBF или нашей той печечке. Так. Сразу в печке нету, это хорошо. Значит, можем возвращаться. И убирать слитки. Да, в EBF обычный. Через миксер. Прекрасно. Значит, записываем. Потом посмотрим на комплекты. Ой, на комплектующие. Сигналем, не знаю, есть ли. Что-то знакомое, мне кажется, есть. И Mars CM200 Steel. M200 Steel, что-то знакомое. А Mars C, это что-то новенькое опять, что ли? Тоже добавим. Ну и там уже по мелочи идет. Наша, конечно, задача. Вот так вот. Хлоп. Стопая. Black Steel. Нам не здесь надо записывать, нам нужно записывать и здесь. С жидкостью, разумеется. Я вот так. Так. Нет, ну жидкость. Она у меня там стоит на первом месте, если не ошибаюсь. Поэтому вроде нормально там должно быть. Ладно, запишем. Кстати, в смысле? Ё-моё. Извиняюсь. Не так щелкнул. Поэтому не то и не то. Так. О, это нормальный рецепт. Раз, два, три. Раз, два, три, все верно. Вот, другой разговор. 4 штучки создаем. Прекрасно. И давайте смотреть. Во-первых, просто напишу. Нет. М200. О, что-то есть. Мар М200. А тут CE. Во-во-во. Мар CE200. Отлично, с этим проблем нету. Можем сейчас записать рецепт. Так, следующее. Нет, такого нету. Ну, придется создавать. Создается опять в миксере. 6-я микросхемка. Так, создаем вот здесь. Хлоп. Не забыть, 6-я микросъемка. И еще вот здесь надо сразу болтики добавить. Поскольку там штучек хоть создаем. По 8. Ну, думаю, если честно, будет все хуже. Но, опять же, хуже будет только то, что мы будем долго это создавать. Хорошо. С миксерами. Вот, пока место еще заполняем. Сейчас я уже чувствую, что некоторые миксеры у меня на постоянке работают. Надо что-то с этим делать. 12. О, кстати, вот сюда я позакидывал пыльки. Ну, из прошлой серии я рассказывал, то, что что-то я по-другому пошел. Не через те печки играться, а через миксеры EBF. Вот это вот здесь. Так. 3. 2. 1. Нет. 3. 4. Я как-то логично помню, раньше раскидывал эти микросъемки. А сейчас понимаю, что это нафиг не нужно. Опять же, как я раскидывал? Тут даже наглядно фиг что найдешь. Вспомните мой ассемблер, ну, мультиблочный ассемблер с инпут-басами, где там везде микросъемки раскиданы, чтобы было удобно находить нужен тебе инпут-бас. А вот здесь тоже надо все перестроить. Видите, сколько на один миксер идет у меня интерфейсов. У меня такое ощущение, что здесь просто... Видите, нейтрони просто жарится. Ах. Вот она, гелиевая плазма, куда уходит. Ну, а здесь... Такое ощущение складывается, что здесь шестерочки, здесь просто тупо нету. Это плохо. Почему? Во-первых, то, что здесь у меня 32 канала уже занято. А здесь... А, сзади еще уже есть. Ой, тогда попроще будет. Может быть, шестерка уже есть. Семерка. Зараза.
Так, жидкости там никакой тебе не нужно? Не нужно. Значит, делаем просто. И быстро причем. Кстати, да, даже выключаться не буду. Просто берем с вами вот так вот интерфейс. В данном случае это очень просто. Сейчас ставить все. Кабель. Что еще? А, input bus. Какой-нибудь такой. Ну, сиркуитку навряд ли найду я шестую. Но, может быть, в input bus сейчас там найдем что-нибудь. Так. Раз, два. Три. Четыре. А, здесь можно настроить. Все, шестерочка стоит. Подключили. Крафт мы сделали. Так, центр. Теперь надо посмотреть, в каком виде у нас тут крафт-то идет. Да не так, вот так. В виде шестеренок он нам нужен. Поэтому что? Все верно. Нам нужно будет получить слиток. Так, я проще сделаю так вот. Вначале это уберу. Один к одному. Так вот. Кстати, надо будет еще посмотреть, какая-то микросхемка используется и так далее. Может... А, да, там какая-то вроде бы жидкость, мне кажется, была. Ну и тут уже раз, два. Так. По сколько штучек? По одной. Без проблем. Смотрим. Аганезон радон. Кстати, с радоном... Ой, неплохо. На аргоне куда дольше, но пофигу. Закинем туда. Так, в первую очередь, самое легкое закинем. Это шестеренка. Ладно, потом болт. 8. Тогда не сюда. Вот так вот. Так, ну и разумеется, тут быстрее, мне кажется, добежать. Ой, тут тоже бардак, который нужно тут наводить порядок. А то тут... Как я раньше это все строил? Вообще без понятия, ей-богу. Надо нормально здесь организовать всю площадочку. И осталось нам последний компонент. Это уже жидкость. Жидкость надо посмотреть. Так, это... А, блин, надо это закрыть. Раз, раз, раз. Все, жидкость осталась. Что ты такое? Ну, разумеется, нужно будет... Расплавите. Кстати, плавишься ты. Ой, как хорошо, что мало ее употребляет. Это прекрасно. Ну, пылик здесь нет, ладно. Тогда через фризер. Так. Запишем на всякий случай. А, то есть эта пылька создается из тебя? Нифига себе, то есть надо хоть как записывать. Лобысь. Закончилось. Ну-ка, номер. Троечка. Ну, троечка у меня активно там используется. Так, это сюда, тут что у нас? Должно быть, есть. Есть. О, адамантиум. Наконец-то он где-то нормально используется. То фиг где найдешь. Так, ну и осталось, разумеется, научить, как делаются слитки. То есть мы еще раз это убираем. Раз, два. А, ну и все, по идее. Там уже в жидкий вид сейчас превратим. Так, так. Тоже с радоном. Ну, довольно-таки быстро будет. Ай, блин, это... Надо поставить, знаете, телепорт к ЕБФ однозначно. Однозначно. Да ё-моё. Вот такой незрачный маленький проходик по сравнению со всеми. Жесть. Прям непривычно. Давно тут не бегал. Ну, блин, глупо туда же ставить. Вот сюда. Вроде вытаскиваю отсюда рецепты.
Делаю для них там ЕБФки, которые там отдельные крафты с декрафтами. Все равно пополняются и пополняются эти крафты на слитке. Жесть. Ужас. Так, следующее это у нас. Еще раз. Да. Мантий. Нам просто хоть как это поставить нужно еще, чтобы он в жидком виде создавался. Поэтому нужно будет скрафтить чуть-чуть. Чуть я схватил. Это я научил. Научил. Ну, все остальное он так умеет делать. Так что, норм. Ну, как всегда, видите, стопорится, потому что не хватает ретаниума. Создается у меня просто супер... Так, как это? Да, не убирается. Суперкондуктор Йошви. Он у меня просто на декрафте стоит. Ну-ка, супер. Уже почти 100 тысяч. Ху-ху. Красота. Вы представляете, UHV-тир. 100 тысяч слитков. Он у меня постоянно крафтится. Он всю мою жидкость эту использовал, чтобы нас крафтить как можно побольше. Но зато потом меньше времени буду на это тратить. И это приятно. Сейчас только загрузка в луфтире, но он быстро должен, по идее, крафтиться. Нам... Так. Да. Вот, 10 есть. Так, у меня там должны были места где-то посвобождаться. Кстати. Хоть я на стриме рассказывал тут про эту проблему, но такая загвоздочная эта проблема. Я говорю про вот эти буферы. Ужас. Раз, два, три. Вот опять какая-то жидкость сейчас туда не попадает. Надо менять. Поэтому я поставил вот эти системы, чтобы меньше нагружать сейчас. Например, те же самые солидифайеры на создание слитков. На экстракторы, чтобы меньше жидкости создавать из слитков. И вот это нужно менять на многоблоки. Как с многоблоками там разные жидкости получать и проверять до крафта, я пока не, вообще никак не представляю, но думаю, что-нибудь в будущем да и придумаю. Так. Дай-ка. Я сейчас здесь... Посмотрю. О! Один америций здесь. Жесть. Интересно. Ну, тут у меня три пустых. Я... Америций. Не америций, а мышьяк. Так, значит. Поехали, фильтр. Одну штучку взяла. Сначала надо крафт. Дальше сюда. Сюда. Пойдет. Не супер быстро, но нам не так уж много-то и надо. Хотя бы сейчас 1000 будет. Уже будет хорошо. А так как они сейчас в трубах появились, мы что делаем? Смотрим. Адамантио мало есть. Редстоун алой. Вот, я по этой говорю, то, что видели сейчас, адамантиум алой тут был везде. И все, хана. Так. Трудно слить адамантиум. Вот уже 2000 есть. Нам, конечно, потребуется куда больше. А если крафтиться... Блин, а я не помню, сколько там блоков-то я крафтил. Ну, хотя, чем больше скрафтить, тем проще будет. Проще в том плане, что все равно буду вторую... Ну, во второй тоже апгрейд делать. А для третьего апгрейда нам 1 к 4. Фу, ё-моё. Здесь опять. Опять. Надо будет микросхемку новую делать. Остальное изи, только опять же вот. Надо посмотреть на эти сплавы. Три других сплава. Дай бог сегодня до этого дойдем. О, хорошо было бы. Ну, ладно, закатаю губу, хорошо. Так, еще раз смотрю. Рестонулы пофигу. Это адамантиум, адамантиум. А, я две ячейки занял. Ну, пойдет. Мышьяк, конечно, все переплюнул там. Ну, видимо, просто вся жидкость там ушла на крафты. И мышьяк остался.
Так, наша задача теперь это пойти сюда. Ставить тебя сюда. И примерно надо бы прикинуть, сколько тут нам нужно менять. Хотя что? Сейчас просто пробегусь, посчитаю блоки, все, не хочу перебарщивать. 77 блоков. Хм. Ну, пойдет. Значит. You need casing. 77. Смотрим, что он говорит. Чего-то не хватает. Интересно, чего? 100% сейчас скажет, жидкости пока не хватает. Но я так и думал, не хватает. 288. Как много? Ну, не успело накопиться. Теперь хватает. Небольшие докрафты. Ну, небольшие. Кстати, вот все пытаюсь луфтир сейчас перевести на отдельный assembly line. Все-таки, ну, большой. Потому что пропадают некоторые крафтов такие, когда очень много, там 500, 700, 2000, там заказываешь помпочек, моторчиков. Они так быстро создаются, что теряется от 1 до 10 штучек. Где-то непонятно, где, как они уничтожаются. Может быть, input bus не справляется, либо что. Надо с этим что-то делать. Достаю чуть-чуть иногда. Так. Поехали. Ну все, крафт пошел. Мы с вами в ожидании чуда. Я буду, если что, тут сейчас стоять, смотреть, пойдет ли первый сюда крафт и как он будет вообще играться с этим. Скрафтится, будем. А хотя, чё, пусть крафтится. Ну пока пойдем посмотрим с вами на новые сплавы. Точно? Во-первых, вот ты что такое? Так, вырезал кусочек материала. Оказывается... Вот эта жидкость у нас уже использовалась. Мы из них шестеренки делали для того крафта. Чтобы сократить время серии, я просто вырезал этот момент, где мы сейчас пытались сделать опять то же самое. Так, дали. Давайте смотреть сюда. Дали. Опа, такого нет. А, кстати. Да. Ну-ка. Я лучше скрафчу побольше этого. Все равно сейчас тоже его расплавлять нужно будет жидкость. Поэтому пусть крафтится. Так. Вот этого у нас точно нету. Пылька в миксере. А опять шестерочка. Записали. Что у нас здесь? Так. Вот я вот не уверен насчет этого. Есть оно или нету. Подожди, арт. Вначале вот это возьму чуть-чуть, чтобы не возвращаться. Тан. Молиум БТС. Ух ты, есть. Ну ладно, меньше гемора. Так. Опять же, его нужно будет нам превратить в слиток. Ну и шестероночку. Ну и осталось... А, вот. Бета-си точно, вот оно. То есть даже не надо создавать ничего нового. Просто нужно будет указать, как оно создается. 1:8. А, нет, оно уже умеет создавать это. Там шестеренка? А, нет, болты. Болты. Или... Я запутался. Так. Просто болтики. Нет, надо. Шестеренки, ну, так умеет. Так, 32 штучки. Ну и все, по идее, из таких компонентов. Надо еще будет по микросхемкам пройтись. И все, болт. Значит, ты сюда. Гер. Ты сюда. Это в шестерочку сейчас закинем. И ингот. Перепроверка.
500. Ну, пойдет, пойдет. Сейчас пробежимся чуть-чуть. Лучше, наверное, сюда воткну куда-нибудь. Миксер. Если не ошибаюсь, то шестерочка. Тоже. Вот этот наш интерфейсик. Ну и все. Теперь надо превратить слитки в жидкость. А, блин, у меня сейчас там ничего не прогружено, да? У меня, я просто тут вылетал из одной проблемки с НАИ, о которой меня предупреждали. Что давай, иди, обновись. Я и не послушал добрых людей. Но это редко случается, поэтому не парюсь насчет этого. Так. О. Ты больше здесь нам не нужен. Ну, просто эти слитки теперь у меня там снизу в печке. Создаются и сразу в жидкость превращаются. Поэтому насчет них даже не парюсь. Так, фильтр. Сюда. Ну и все, по идее. Освобождаем здесь место. И нужно будет дожидаться уже. Как все скрафтится. Смотрим. Редстоун, адамонит. Уже он две занимает, да, плашечки? Нам мы просто вот так вот сделаем. Что заняло? Черная сталь заняла. Ух ты. А вот и он. Ну все, все нужные жидкости здесь. Пусть копятся. Так. У меня такое просто ощущение, что там крафты уже туда пришли. Но они просто... Он из-за чего-то не крафтит их. Возможно такое. На душе просто неспокойно. Пришли. Но не крафтит. МЕ отключилась. Снова ничего не можешь попасть. Как и нужно, по идее. Да ё-моё, а проблема-то в том, что это просто обычный ассемблер. Жесть какая. Так, все крафты нафиг. Ужас. Так, сейчас я вытащу и вернусь. Ну тут получается так вот надо. Капли пока уберем. Ну и по этой жидкости. Ну ладно, это мы просто запишем, что все отлично. И пофигу, что такое вот крафт. Ладно. Так, но... Нужно будет указать. Адамантиум. Возьмем просто одну капсулу. И надо будет указать в нашем ассемблере, чтобы туда эта жидкость приходила теперь. У меня же тут не все жидкости указаны. Кстати, вот не уверен. Есть ли место под это? Мне кажется, нету. Хотя вот тут возможно. Где-то все занято. Так, она крафтится, кстати. Без микросхем. Шикарно. Если тут будет отдельно такая жидкость для нее, не проблема. Ну все. Так. Ну, а теперь включаем. Как там хоть опять пишется? Юнит. Юнит. Кейсинг. Я же поменял тебе. Опс. Я просто новый шаблон сделаю, и все. То он начинает троить. Ну, а теперь пусть просто запускаем, пусть крафтится. А насчет тира 3... Там нужно уже... Ё-моё!
Надо посмотреть уже. Тоже там же задается или нет? Так. Тоже в обычном ассемблере. Ну, с одной стороны, это не может не радовать. Но надо не забывать еще про Compusion Station 3. А, нет, я думаю, зачем я их крафчу? Хотя... И правда, зачем я их так много крафчу? Потому что по 4 будет. А мне хоть как третий тир сразу ставить. Ну, ладно, везде просто апгрейд сделал. Не знаю, как они... Вот интересно, как эти блоки повлияют на обычный ассемблер? Ну, то есть, когда вот этот ассемблер у нас работает в нормальном режиме. Как-то будет влиять или нет? Может, скорость увеличится? Что-то на таком... Я читал в квесте, но где, не помню. Ладно, не страшно. Все-таки МК-3 надо записать. Вот. Вот это то, что ей, мне и нужно было. Так. Так. Ну-ка. Запишем-ка. И давайте тестировать. Пока там одно создается, мы здесь займемся другим. Кстати, он... Ну что, ты сможешь сделать нам? О, не хватает. И вольфрама карбита не хватает. Вольфрам карбит у нас есть, только нужно, видимо, жидквит превратить. Показал, что его нету. Хорошо, есть. И теплоотвод. А чё, что с тобой не так? Еп, во. И правда нету. Очень странно. Это же обычный крафт. Да. Значит, нам нужен будет молекулярные сборщики. И тебе сюда. Следующий пункт это к жидкостям. Ладно, потом буду следить. С говной заполнить это все дело. Снова фильтр. Куда ты? Указываем тебя. А теперь нужно будет вниз спуститься и канал, так сказать, прочистить. Ой, лучше по-обычному. Тут стояли все-таки шины, мне кажется. Меньше гемора. О, опять все заполнилось. Так, черная сталь вывернулась. Это мне не нужно. Пойду отключаю ее пока временно. Так. Адамантий. Оксеник. Нет, приходит. Вот он. Танксен карбид. А, он уже есть. 18. Рестон. А, тут не хватает адамантио малой. Потому что он его сейчас весь кушал. А скушал у меня его весь ассемблер. Ты достал? Во. А, он приходит и... Мышь, як ты достал меня. В таких случаях приходится, блин, отключать их. Все, хорэ. Твоя песенка спета. Надо думать, что с этим теперь делать по-другому и как. Ну, теперь будут другие жидкости заполняться, само собой. Но мы сейчас это все дело тоже подправим. Почему? Потому что нам же еще туда нужно будет для рецепта закидывать жидкость другую. Так. Где? Так. Так. Да. Он мне нужен в жидком виде. Как раз ставим рецептик туда. Да бог с ним, закинем сюда. Дальше. Сюда.
Ну и все. Осталось только ожидать. Скрафтится одно, займусь крафтом другим. Так, подождите. Кстати, он... К3. А, ну да, все есть. Пусть создается. По крайней мере, посмотрим, скрафтится оно или нет. И вот здесь. Ё, нет. Но он уже почти все скрафтилось. Ставлю сейчас, когда она докрафтится. Хотя, там уже по 4 крафтится. Мне кажется, и сейчас уже можем. Долго думает. Чего-то не хватило. Ой, тут куда больше всего тратится, жесть. Эрбиум? Серьезно? Что такое эрбиум? Ты что такое? Хенотайм, ксенотайм. А нет. Кстати, это, возможно, может быть одной из тех пылек, что я, например, не стал отсылать в свою, ну, в главную ME-сеть. Возможно, она есть, но это не точно. Ну, тут видно, что она есть. Ей. По-по-по. Р. Пиум. Так. Подсеть. Показываю, если ты тут. Эрбиум есть. Причем у нас тут его. Да чертам. Значит, мы сейчас что делаем с вами? Обратно отправляем. Точнее, как минимум, тут надо это дело приостановить, чтобы он сюда ее не отправлял. Во. И потом организую процесс, чтобы обратно в мою ME-сеть она попадала. Так. Ну, хотя бы сейчас для начала просто взял чуть-чуть. Все, что сейчас новое переработается, тоже будет отправляться. Не кисло, да, там? Руды накопилось. Ну, перерабатывается по чуть-чуть. Кстати, там радоновая плазма у меня заканчивается. Надо бы сейчас одну из фузионок тоже настроить на это все дело. Мне вообще будет шикарно. Ты давай-то. Домой пусти. Путите. Ну, по... Да ё-моё. Так. Ну, оказались небольшие перебои на сервере. Так что, бог с ним. Погнали дальше. Что мы там сделали? А, я пылечку принес, точно. Ну вот. Много разных просто пыльки падает, и она захламляет сеть. И когда нету крафтов с ними, то приходится ее куда-то откладывать. В данном случае мне пришлось эту пыльку отложить. Сейчас, наконец-то, она пригодилась. Надо не забывать про это. Тик-тик-тик. Юнит. И в следующий раз... Тоже туда что бегать, смотреть, может, что полезного там. Прям очень полезного, может, найду. Там заскочу обязательно. 77 штучек. На этот раз должно хватить. Ага. Ну, пойдет. Пусть создает, кстати. О! 10 штучек-то я ставил на крафт. Вижу, что еще не скрафтились. Надо бы пойти посмотреть, в чем загвоздка. Вот он говорит, что-то пришло. Угу. 2-8-1-1. 2-8. МК-2 нужен. Вот для чего. Тьфу ты, ё-моё. Так, МК-3 пока стопорнись. Хотя пусть он крафтит. А, я там уже использовал.
кейсинге. Блин, юнит. 60. Сколько он там их взял? 20. Так, тогда я пока отменю. Мне было бы логично сейчас это просто все дело заменить. И чтобы он мог создавать другие микросхемки. Так, ну тогда давайте вот это все быстро меняю. Та-дам! Теперь давай превращайся. И он, по идее, сейчас сразу должен крафтить. О, что-то превратилось. Собран. Ну, блин, некрасиво. Текстурка могла поменяться бы здесь под такое. Было бы куда лучше. Так, вкл-выкл нету. Там жидкости уже есть, то есть. Ну-ка. Пошел крафт. Времени пишет, значит, все 10 штучек должны были скрафтиться. Да. Прекрасно. Я этому чертовски рад. Ну, а теперь... А теперь... Все 77 штучек должны скрафтиться без проблем. Тем более, сейчас проверили, микросхемки крафтятся. А, стоп. А, все норм, да? Да, исчезло, все норм. Испереживался чуть-чуть. И вы меня можете спросить, зачем вообще делать апгрейд этой машинки? Что вообще это мне принесет, что это мне даст? Ну, сейчас посмотрим, разберемся. Так, вот сюда давай. Сюда. Эх ты, зараза. Сейчас везде до крафта идут из-за того, что я включаю, выключаю это все дело. Не знаю, что-то сразу 70 не хочет делать, хотя бы по 40 поставил. Так вот, что это мне дает? Во-первых, я смогу сделать апгрейд. Так. Кстати, good генератор. А это? О, ну-ка. Первый раз увидел этот мод. Good generation. Да. Ну ладно. Сможем сделать тебе МК-3. МК-3. Ну, а зачем они нужны, конечно, тут? Это у нас будут новые койлы для наших фузионочек. И это в основном это то, из-за чего этим я занимаюсь. Мне нужны будут койлы новые. Так. Кстати, вот эти микросхемки идут вот сюда. Тоже полезная штука. Опять койлы. Это основой, из-за чего я этим занимаюсь. Хотя даже если тут посмотреть. Ну да, вот койлы, туда, сюда. Опять они. Микросхемки. Но в основном только вот из-за койлов этим и занимаюсь. Потому что койлы это наши фузионки будущие, которые нас будут ожидать. Ну что, последний рывок. Смотрим, как хотя бы это выглядит. Да? Ладно, ждем. Ну, как вы заметили, готово. Кстати, интересно, так поменялись блоки. Теперь на белые. Ну ладно, зато хотя бы видно все мои input хэтчи, басы и так далее, что выделяется на фоне. Но необычный такой блок. Ладно, построили ассемблер. Осталось только, конечно, модернизировать тему E2. Но это еще успеется, разумеется, сейчас не к спеху. А здесь, благодаря всему, сможем заняться койлами. Но об этом уже в будущих сериях. Надеюсь, вам понравилась серия. Вы не забыли, поставили большой палец вверх, подписались на канал. Ну, а с вами был Милтон. И до скорой встречи. Всем пока.